А я приду и заберу. Запомню, что это рядом с этим каджитом. Тащить уже ничего не могу. Так это находится рядом с кратером Драконий Зуб. Я всегда ставлю себе метки, чтобы запомнить, а потом забываю. Давайте в Айтран переместимся. Перевезем, может, в Рифтон детей. Стоит, не стоит. Я не знаю, по игре-то разницы нет. Но так, конечно, типа здесь более безопасно. Давайте займемся продажей. Покупками всякими там. Займемся. Хорошо, что ты рядом. Мне нужны те, на кого можно положиться. Опять вампиры нападают. Я тоже вампир теперь. Все, что ли? Должно быть, сбежал. Разошлись. Привет. Мама, ты дома? Можешь дать немного денег на карманные расходы? Окей. Спасибо, мам. А там 25 было. Надо было колесико прокрутить уже который раз. Лоханулась. Ну ладно. А нам надо время примотать. Занимаемся продажей всякой фигни. И бонитовую броню, кстати, нашли зачарованную. Посмотри, что у меня есть. Все. Что у тебя есть на продажу? Амулет красивый, не буду продавать. А это у него. Оставлю потом, может быть, когда прокачаюсь. Можно будет все подряд одевать для красоты. Кот, смотри, надо тебе какие-то поврепушки тоже перекинуть. Для улучшения здоровья. Ой, амулет на магию. Одел что-нибудь? А он одежду может менять? Или он, если уж выбрал как нордские доспехи, то выбрал? Не знаю. Привет, дети. Интересно, что у меня есть? Ох ты, еда, на самом деле. Яблочный пирог. Вот этот я ей отдам. У той есть, а у этой нету. Ну тут огненный себя ставлю. Я не знаю, как их перевести. Надо сложить.
Вот здесь... Так, абонентовую складировать. Я тебя ищу, ищу. Чуть никого нет. Перемотаем еще времечко. На улице нет. Не знаю, его тоже что ли убили. Как ты это делаешь? Или тогда нужно перемещаться в другой город. Я сейчас с такой тяжестью, конечно, никуда не перемещусь. Куда он делся-то? Не знаю, это вампир что ли убивает местных граждан? Надо идти выполнять этот квест дурацкий с вампирами. Это что-то люди умирают. Уже второй городской. Что там у тебя этот конкурент куда-то делся? У меня стали ковать не перековать. Тебя тут не забалуешь. Слава богам. Так. Сначала тяжесть продаем. Железные топоры, мечи, кинжалы, луки. Меховые тапки. Это я себя оставлю. Дальше охотничий лук. Целых два штук. Это я тоже продаю. Не хочешь, как хочешь. Прошу тебя прекрати. Ну вот. Хорошо, что мы с этим разобрались. А, он меня ругает за то, что я тут это... Перемещаюсь. Он еще туна. Слава богам. Прокачались. 58. А петли кто покупает? Меньше железа тратится. Enter. Не хватит все вручную нажимать на 100 лет. Мне кажется, я давно уже до 60-го прокачалась. Это тоже надо все продавать. На, покупай. А, вспомнила, нам нужно добежать до Ярла и до его правой руки, этого управителя. Наверное, его надо спросить, чтобы тот перевез детей в другой город. Скорее всего, так. Подождите, я что, зачарованную продала? Специально же продавал незачарованную. Блин, я же незачарованную продавала. Огненных шаров. Дай мне. Аджит прикроет тебе спину. Посох я тебе сейчас его зарядить могу. Огненных шаров и отдам. Почему нельзя все в одном делать? Перекладывать, складывать все 100 раз. Да надоело. Каджит идет за тобой. Держи, Каджит. Мы идем туда. У Джзарга всегда много места для вещей. Один... Ой, да. Один твой, другой мой. Все.
Иди, дружище. Пойдем у мага заполненные камни душ тогда купим. Не хочешь податься, наемники? По-моему, дело как раз по тебе. Сильно так выглядит у нас. Но... как вампир я, конечно, пока туплю еще. Да, не прокачанное, конечно, все. Хочу вот эту способность использовать. Очень могучего, кстати, я уже сама прокачивала, я сама могу оживлять. Очень могучего мертвеца. И без вампира. Вот, это вампирское высасывание называется. Надо я будет использовать знаю. Место магии какой-то, огня, магии холода. Нужно вампирское высасывание использовать. Нам нужно лечилки сделать. И я могла там сделать, я просто хотела сюда добежать. Так, восстановление здоровья, да? Лютый гриб. Восстановление магии. Демерское масло, красный горноцвет. Восстановление магии. Огненную соль не трачу. Ползучую лозу. Демерское масло, например, это эктоплазм, сежевой корень. Ну, какая песенка знакомая. Тыри-тыри-тыри-ты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 
не страшен. Серый волк, серый волк, серый волк. На-н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 а. Тыры-тыры-тыры-ты-тыры-ты-тыры-ты. Тыры-тыры-тыры-ты-ты-ты-ты. Навык взлома, да. Пусть будет. Регенерация магии. Одну штуку. Там соль нельзя тратить. Регенерации огня. Морской желудь, гниль. А только одна штука, да? Ну пусть морской желудь будет. А, и яд какой-то я хотел сделать. Сопротивление ядом. Ладно. Пока достаточно. Восстановление запас сил это больше всего. Я не знаю, что это за яд такое. Каждый раз обновляется здесь. Дай купить. Ты в драконьем пределе, чтобы Итак, ты хочешь овладеть тайными продать. Искусствами. Пустые продаю. Большие покупаю. А крохотных мне надо насобирать, по-моему. А у меня книга какая-то, я не изучила ее. Так, что-то я хотела продать. Он амулет Галдура одевает. Ему для этого... Ему амулет Галдура больше нужен, потому что он и запас сил, и магии, он и тем пользуется. Здоровье увеличивает. Почем зря. Все жалуются. Пока. Пока. Все никак свои дела не решит.
Ну это квест еще, мы можем за него решить этот квест. Тот охранник за нами бежал. Видимо, всю деревню оббежал, весь город оббежал. Чтобы сказать, чтобы мы не использовали ту. Перемещаемся. Так, я зачем пришла-то туда? Забыла. Берутся эти вампиры. Нужно избавиться от них, пока не поздно. Но пока люди не знают, как оно все устроено, думают, что не такие важные дела делают. Пусть не знают тогда. Жизнь интереснее, кажется, для них. Ты в драконьем пределе, не для всех. Ну, есть люди, вот, которые здесь с земли, да, они такие. Нужно постоянно что-то делать. Там схема в голове, планы. Завоевать, создать, разрушить. Завоевать, создать, разрушить. Купить, продать, купить, продать. Так, где твой помощник? Я его вообще-то ищу. Вон, а это сын. Отец говорит, я пока мал для меча, так что дерусь на кулаках. Сейчас, давайте время перемотаем. Куда он делся-то? Он там спит, что ли, вовсю уже? Или его тоже убили? Сейчас тогда вампиров пойдем убивать. Мы уже вампир, нас не заразит. Никто более. Постой! Я тебя знаю! У тебя усталый вид. В горцующей кобыле. Да мы тут раскидали, но можем все продать. Кстати, мы когда изучаем карту, у нас обновляется. Карта обновлена, видите, нам пишут. Это мы уже изучили. Карта обновлена. Виндхелем тоже мы изучали. Красное яблоко. Золотишечко. Эй, стоять! Я не человек. Я оружие в человечестве. Да не ты, господи. Ты мне не нужен. Ты со мной путешествовать не хотел? Вот теперь я с тобой не разговариваю. Нужно что-то? Да я мужик этот... Куда он ушел, блин? Ты что ли? Ух ты. Ух ты. Куда? Как он так появился? Я необычные камни все собираю. Но, кстати, я уже здесь была и что-то его не видела. Сколько у меня этих необычных камней-то? Дайте глянуть. 7 штук. Малец. Огурец. Раз, два. Сколько детей-то настрогал. Отец говорит, я пока мал для меча. Так что дерусь на кулаках. Тянучка вам не нужна. Моим девчонкам нужна. А вы уже зажрались, она уже лежит тут. Вы про нее уже забыли давно. Да. Ах, куда мужик тут делся? Никому деньги не нужны, ну ладно. Я потрачу с умом. Я по-другому не умею. Ты дверь куда? Ой, я тебя искала.
повидаться. Говорить. Да благословят тебя боги, и пусть земля содрогается под твоими шагами. Так, слушай, а что там с переделкой моего дома? Почему нету таких вариантов больше? Никого нельзя перевести. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Нафига мне тот дом? Блин, украсть. Блин, украсть. Нафига мне тот дом, если... Я там не могу никого разместить. Не особо-то и нужно. А вам, смотрю, лежит тут уже 100 лет. Ух ты, куда это мы спустились? Можно шарлотку из яблок испечь. Как вы на это смотрите? Здесь нет никакой иной власти, кроме ярла. Не забывай этого. Не густо, не густо, барышня тут живется вам. Мы вышли на поверхность. Я знаю, это сейчас мы на кухню придем. Это я знаю, это я все раскидала. Надо это все продать, иначе это так и будет здесь валяться. Красиво. Ладно, ладно. Мы с вами сейчас что делаем-то? Как нам разобраться с вампирами-то? Наверное, вот это группа охотников на вампиров. Они ищут рекрутов, нам надо к ним сходить. И, наверное, вместе с ними мы убьем. Слушай, а призыватели ночи это не с вампирами или связано? Ходячий кошмар. Не знаю, как у нас получится, Страж Рассвета. Не скажу, ты вампир. Нафига ты вообще тут приперлся, ты вампир? Если они нам так скажут, тогда будем всех перебьем и пойдем ходячий кошмар выполнять. Так что ли сделаем? Я не помню, какой-то из этих двух квестов связан с вампирами. Главное, что у нас нету перевеса. Мы зарядили посохи. Где у нас это задание-то? Давайте посмотрим. Вот здесь. Ничего себе. Как далеко-то? Так далеко мы еще с вами не заходили. Опять через драконий этот откушенный язык надо идти. Ну тогда отсюда перемещаемся. Чё поделаешь, надо отсюда. Пешком идти будем. А рекрутов они ищут. А куда у меня все меч Меридии-то девается? Я не понимаю, я же его в избранное поставила.
Женщине наобещали, ничего никак не соберем. Боги улыбаются тебе, друг. 100 лет в обед надо продать. Хочешь посмотреть, как... Погляди. Давай-ка я тебе этот барахло продам. Что происходит? Вампир, что ли? Ой, господи, вампир. Дракон? Не понимаю. Да и правда, дракон. Я заряжала посох не для того, чтобы сейчас тратить на него это все, блин. Мне сейчас, честно, мне вампиры вообще сейчас... Ой, господи, вампиры. Драконы не нужны. У меня уже использовала все души, чтобы активировать способности Дума. Да дерись. Я не понимаю, почему я так медленно двигаюсь-то. А, ну я накупила, да, всего. И дракон появился. Я не успела ничего продать, блин. Сопротивление огню надо выбрать. Только, блин, уберу эти кости, и дракон появляется. Надоело. Сейчас прямо здесь сложу. У меня здесь дом. Сундук. В этот можно сложить нам. Мы с него золото собираем. Какая-то закономерность, когда я потрачу все камни души, заряжу посохи. Сложу эти кости. И появляется дракон. Ну, конечно, не могу. Нечего бездельничать. Хочешь жить долго? Теперь-то он, конечно, мертвый. Но откуда же он взялся? Откуда? От верблюда. Давайте. Все по делам, все по делам. Блин, рассоситесь там уже, а? Мне надо было продать все это дело. Эй! Куда кузнец делся? Идите сюда, блин. Ну и почему он еще не открывает лавочку? Чудес. Придется продавать кому-то другому. Он взял выходной, видимо. Занимайтесь любовью, как саблезубый тигр, и сокрушайте врагов, как велика. Всего за 20 золотых. Ну, что они не открывают-то? Куда они все делись? Их съели? Мой муж Берси рано или поздно меня доконает. Он слишком много беспокоится о Риф. Он да очень переживает. И... А у тебя зеленая. Чего? Ты солнца боишься? Живешь как-то всю жизнь с такой кожей. Я вот решила сменить цвет кожи. Захотелось мне. Рада видеть. О, спасибо.
Да благословят боги твое доброе сердце. Куда они все подевались, я не понимаю. Уже второй день, никак не могу их дождаться. Занимайтесь любовью, как саблезубый тигр. Наконец-то. Игрушки и сверкающие самоцветы. Редкости и диковинки со всего Муравьи. Защити себя надежно. Ты хочешь что-то покупать или просто... Да вот, погляди. Продать, хочу продать. Там этот ушел в отпуск. Пока его дождешься, блин, состаришься быстрее. А чё мне так сильно тяжеляет-то? Возвращайся, когда у тебя будет больше золота. Мне оно очень пригодится. Не проходите... Почему тот мужик пригнулся, он боится дракона? Овощи хрустящие, как зимний снежок. Блин, а можно сменить напарника на время? Для разнообразия. Так, кого-нибудь возьмем с собой? А если я возьму кого-нибудь другого? Кота можно потом будет взять? Он у нас не обидится? Гаджет прикроет тебе спину. У Джзарга всегда много места для вещей. Надеюсь, он мне все вещи не перекинет. Я у тебя только щит возьму. Посохи брать не буду. Тогда мы за тобой. Тебя взять. Я хочу наемника взять из Маркарта. Посмотрим. Я сейчас сохранюсь. Я просто для разнообразия. Можно было бы просто напарников менять, да? Я проверю сейчас. Сейчас мы его оденем, я ему доспехи какие-нибудь свои дам. Ну, он чисто как воин. Вот здесь вот он обитает. Я сейчас хранилась. Если киса на нас обидится. Посмотрим сейчас. Добро пожаловать. В таверне Серебряная кровь есть крепкая. Это ода. Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный голод. Имперца. Я найму тебя. Похоже, у тебя уже есть помощник. Я пойду с тобой, но твоему спутнику придется уйти. Союз. Что скажешь? Мы пьем прошлым дням наш почет. Хорошо. Век произвола. Совсем. Похоже, у тебя уже есть помощник. Я пойду с тобой, но твоему спутнику придется... Так, Джзарго. Если кто-то подкрадется, я его учу. Или не учу. Посмотрим. А пора нам расстаться. Правда? Джзарго так хорошо развлекался. Ну что ж, пойду назад в коллегию. Так как будто мы навсегда попрощались. Сейчас проверим. Разумная цена. Мой клинок твой. Заодно проверим. Можно вернуть обратно Джзаргу или нет? Конечно, что. Наверное, можно. Передать? Навряд ли он так сильно обидится, что в игре не захочет с нами бегать. Так, вот эту чухню я продаю. А сейчас тебе дам то, что надо одеть тебе. Перчатки. Магия тебе не нужна. Что-то я тут все продала.
Продам это тебе. Так, пойдем продадим это все. Нам нужно в наш сундучок заглянуть. Переодеть его. Я сохранилась, или что, сделаем откат. Так, где у нас чтила? Так. Я тебя сейчас переодену, мужик. Ну, захотелось нам с мужиком побегать человечески. Тут с нами коты пушистые. Прекрасные, такие как Жизарго. Путешествуют. Так, а где у нас... где у нас торговая компания? Наверное, вот это вот. Зачаровать мой меч. Лезвие такое тупое, что и масло не разрежет. А я могу барахло, наверное, и вам продать. Это украшения какие-то, да? Я продаю чудные драгоценности. У меня как раз завались всего. Кольца какие-то были. Нет, что-то нет. Так, а оружие, если мясо. Новое кольцо, или Мой любимый собутыльник. Что-то я забыла. Честно, где? По-моему, вон там наверху. С той стороны. А я тебе могу продать. Клинок, только лучшее оружие. Так, держи барахло вот это вот его шнее. Тебе я все продаю. Железный щит. Скажи мне, если тебе нужно. А почему Джизарго нам сложил что ли вещи-то? Он в свое переоделся, а нордскую куда дел? Выковать. Только был печальный момент, и мы попрощали Жизар, кого-то реально. Я его куда-то отправила, своясь. Но Жизарго по навыкам сильнее, чем этот чувак. Это воин. А Жизарго и... И то, и другое. Впрочем... Мы уже не все спрашивали. У меня даже для управителя он его получит. Ты нет. Хорошо, отдадим там. Нужно доставить зелье кому-то. Так, покажи мне, что тебя там. Тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? О, меня все на свете интересует. Ингредиенты и зелья. Кстати, ингредиенты я могу тебе продать сама. Яд. Так, мы тебе ингредиенты сейчас продадим. Продадим, например. Нет, это не продадим. Лиловый горноцвет, он нам не нужен. Мухомор — это лечилки. Пушиться я не знаю для чего. Я не помню, честно. Там что-то уязвимость к магии было написано. Что-то маловато у нас тут. Я все никак не изучу. У меня же книга какая-то добавилась для магии. Надо ее изучить. Вот реальность в заблуждении. Я думала.
Я думаю, это обучалка. Ты только скажи, если... Да, я думаю, это обучалка. У тебя как это, весело? Пока еще ничего такого не было. Опасно. Работа в магазине требует стольких знаний. Слушай, бабуля, мне тут нужно кое-что такое, кое-что нужно. Сейчас тебе скажу, что мне нужно. Мне нужен черный вереск. Корень нервный навряд ли у меня есть, но по чуть-чуть надо покупать, раз уж я зашла. О, да. Так значит, ты алхимик. Похоже на ведьму. Примерно одна штука. Подождите. Что-то ничего не нету. А, паслен. Это ее так называют. Мне нужно смешивать травы. Что-то не то. Больше не боишься? Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? Господи, какая-то страшная, правда. Паслен тоже одна штука. Еще три. Паслен. А давай-ка с тобой переместимся в коллегию Винтерхолд ко мне. И посмотрим, можно незаметно здесь что-нибудь стырить. Есть паслен. Если есть, надо будет подумать, как его стырить. Да ведь ты колокольчик нам уже не нужен. Из-за 10 золотых так рисковать, мы много на халяву мешочков собираем. Паслен, паслен, паслен. Почему люди в этом городе не оставят меня в покое? Так. Ланда. Горная. Ладно, ладно. Паслен. Перемещаемся в Вайтран. А, ну в Винтерхолл заодно переместимся сразу. Ну, как котик на нас не обиделся. Да что-то переживать стал. Я надеюсь, он оставил себе все, что я ему перекидывала. Потом мы просто его одели, все, он просто переоделся. Пусть немножечко там. Но все равно мы там теперь архимаг. Наш ученик. Пусть пока зам будет. Пока нас здесь нету. А, я хотела руну А или Атронаха. Какой-то там Атронаха хотела купить себе, изучить. Ты чё это? Я точно узнал здесь гораздо больше, чем ожидал. Ой, отстань от меня. Может, ты просто учиться не хочешь? Так, суровый дядюшка орк. Знает в библиотеке толк. Ты мои покоя. Может, здесь паслен есть? Паслен. Созрел, что ли? Что-то мой сад, я его выбрала, и он больше не растет. Лысый, голый сад. Такой красивый сад был. Как мы стали архимагом. Он опустел. Зачарованные собаки. Золотишечка. А мы в сундук даже что-то складывали, да? Даже да. До встречи. Блин, зачарованию надо учиться.
А кто торгует-то? Давайте до Джизларгу добежим. Ну, с новенькой, здоровенькая. Наверное, не ожидал, что с драконами драться со мной придется. Наемником он хочет стать. Ну и где он? Тронах мы еще жив. Мне надоело этих драконов убивать. С конца складывать эти кости. Защищайся, тебе щит дала. От магии всякой разной. А, смотри, у него стрелы-то есть, по умолчанию. Я, кстати, ему не давала. Тут я попала. От холода, значит, от холода. Не, у нас сопротивление холода. Не знаю. Что-то нет. Переносимый вес, сопротивление яда. Почему? Куда у меня лук-то делся? Нам нужно выпить с вами магию. Я просто не хотела на самом деле на это тратить магию. На этот дурацкого дракона. Тащи. Боги улыбаются тебе, друг. А, ну сейчас, в принципе, скину. Это все. Так куда надо зайти-то? Блин, запутали меня. Тогда пойдем.
Ну я теперь Зарга потеряла. Куда он делся-то? По идее, их комната наверху. Ладно, пойдемте сдадим тогда ему эти маленькие камни. Еще один. До встречи. Почти свалился с кровати. Почти не считается. Он заполненный или пустой? Он не нужен. Как раз у меня... Сколько у меня камней это? Мне еще один нужен. Он проснулся. Он сейчас уйдет. Пойдем отдадим. Отдадим этому учителю камень. Так. Это надо. Понятно? Это надо. Мне. Джизаргу что-то не приходит спать. И он исчез навсегда, и во веки веков. Сейчас-то мы проверим. Средь бела дня все разошлись. О! Ученики появились. Это уже хорошо. Ребятиш. Это ты меня превращал в лошадь? Я слышу, слышу, слышу. Я слышу, слышу, слышу. Я слышала покашливание Джизарва. Ты здесь, дорогой мой. Царь рад приветствовать нового архимага. Пусть и с немалой долей зависти. Да ты моя радость, усатая. Я с тобой навсегда не прощаюсь, я просто побегаю с тем чуваком. Как хорошо, что я тебя нашла. Кушает хлебушек. Давай я тебе мясца подкину. Я к нему прям как к брату. Кстати, не знаю, к старшему или младшему. Отношусь с такой добротой. Так. В общем, у нас все в порядке. Посмотрим в деле тебя. Там пока. С тобой что? Рядом всегда веселее. Нам помогал сражаться с драконом. Я все еще не могу в это поверить. Ты архимаг? Никогда бы не подумала. Кстати, ее можно с собой взять. Смотрите, напарница. Она маг. Для интереса можно взять эльфа. Вот я о чем подумала. Затем нового эльфа я бы не хотела здесь играть, а вот напарники можно было бы взять. Если этот сбежит от нас, на такое вполне возможно, он наемник. Но я думаю, мораль у него низкая. Раз он за деньги с нами, значит он готов, в общем, делать то, что мы его попросим. Он переоделся, но, скорее всего, у него шмотки должны остаться. Которые я ему отдавала. Потому что у меня их нет. Нордской брони, которую он таскал. Нет, ну ладно. Все, моя душа спокойна. Теперь можем... спокойной душой идти и выполнять квесты. То есть мы с вами можем менять напарников. Вот, ну... Я бы просто в любом случае старалась бы не допустить, чтобы Джизарго погиб. И я уже за Лидией просто не уследила, и там уже очень много наиграла. И... Но если бы это был Джизарго, я бы, скорее всего, вернулась. Вот видите, Лидия была не таким ценным напарником, хотя
Я к ней уже успела привыкнуть. И для смены можно попробовать еще взять эту Магессу из Винтерхолда. У меня всяких мантий для магов и как раз что-нибудь подкину. Нам нужно переодеть нашего новобранца. Он у нас ходит с щитом и мечом. Откуда ты он достал лук и стрелы? Откуда непонятно, я у него все вещи забрала. И автономно у него появились стрелы. Ты воняешь, как ворожия, и выглядишь так же. Остроушка. Драугр-вонючка. Нос хоботком. Ты получишь. Молоко не обсохло. А я этой девочке покупала одежду? По-моему. Брейд противная. Это все как раз другая одежда. Гляна не переоделась. Дайте гляну, что у них там в сундуке. Куринирный, кстати, он мне нужен. Зеленые и красные платья. Не знаю, что-то она не хочет одевать. Жемчужинка. Чего только они тут не насобирали. Это эльфийский кинжал, а той огненный. Тоже эльфийский. С чарами. Украшением дарить нельзя, но они сами их находят. А сапоги ты еще заныкал мои. Не понимаю. Сапоги заныкал. Мои. Ты мне мои сапоги отдашь? Боги улыбаются тебе, друг. Конечно, что ты хочешь передать мне? Что? Сапоги зажал. Сволочь такая. В которых я ходила. Почему я не могу понять? Ну ладно. Найдем тебе тогда что-нибудь другое. Потом что-то он не хочет сапоги снимать. Они с чарами, а защита от холода, по-моему. Или от огня. Что-то из этого точно. От огня, по-моему, у меня осталось в инвентаре, а от холода как раз-таки на нем, но он почему-то не снимает. Не хочет снимать эти сапоги. Сейчас будем ждать, пока он найдет дорогу к нам. Это вход в Рифтон, да? Сейчас в городе все спокойно. А почему через Рифтон-то? Почему через Рифтон-то? Мы с тобой не туда вернулись. Нет. В обход? Подожди, а может быть у нас активно еще задание, поэтому почему-то нас сюда привели. В разном, может быть, у меня. Квест включен. Нет. Ну ладно.
Бежим, бежим, бежим. Купи надежную броню, еще внукам ее оставишь. Надо продать мой украшения. Мой рано или поздно меня доконает. Он слишком много беспокоится. Так, что здесь такая очередь у тебя выстроилась? Все, что есть, все на прилавке. Так, продаем, продаем. Это продаем. Два одинаковых амулета, что ли? Сапфир вообще редкость, поэтому что-то я пока не продаю. Решил пока не продавать. Счастливого пути. Счастливого пути. Не проходите мимо. Пути, путешественник. С другой стороны, а в обход, типа здесь. А чего я? Там не могу спуститься. Зачем меня обратно в Рифтон вернули? Что я здесь забыла? А, это, наверное, в Рифтоне нужно к управляющему-то подойти, да, чтобы тот переместил детей. А не в Айтране. В Айтране что-то там у него вообще недоступно. Ты чё зажал мои сапоги? Ну-ка, верни их. Что тебе нужно? Конечно, что он ты хочешь передать? Разговаривает так. Сапоги все заныкал. Веди. Приросли к ногам. Придется драться. Почему показано, как будто бы я иду туда, куда нужно? Опять в Рифтон меня ведут. Почему, если, по идее, вот в эту сторону стрелка должна быть? Вот в эту. Я что-то не понимаю. Опять меня ведут. А нет, все правильно. В обход. Можно пойти в обход. Вокруг города. С другой стороны можно выйти. Тут у нас заколоченные стены. Поваленные деревья. Но здесь еще и великаны есть, так что помимо ураганов тут можно много на кого подумать. Бабочка летит. Бабочка. Бабочка. Так. Что-то там звуки какие-то, орки, походу. Ребята, вы дружелюбные? Эй, ты, гражданин. Да-да. Сюда нельзя. Почему? Ты учинишь помехи имперским должностным лицам. Да-да, так что с тебя штраф. Ну, скажем, 100 золотых. Ага. Иди, гражданин. А хер нам был сурожен, не хатыш. Да сейчас. 100 золотых получишь, сможешь меня убить. У меня нет денег. Не можешь заплатить деньгами, заплатишь жизнью. Ну ты падла. Я думал, он еще что-то пострашнее скажет. Не победить. А я думаю победить. Почему у меня магии нет? А, маска мраки могу одеть. Почему нет-то? А, грозовая руна. Почему нет-то? Запас сил, говорит, не хватает. Для
Так. Чем драться-то с тобой? Не знаю. Какая там не способна, мне нужно амулет Талоса одевать, да. Типа того. Сухи, у тебя нет шансов. Блин, он сейчас сдохнет через 5 секунд, мне его лечить надо. Да не тебя! Уйди отсюда! Да блин! Не дает мне вылечить своего. Думаю, теперь там никого нет. Ай, долбаные орки. А чем-то он такой слабый. Ах, дохляк. Дохлятина. Че, даже спасать меня не хотел всего. Не, надо навалять им. С этим халтурщиком что-то как-то не катит. Да не делись-то. Что-то мы разошлись, я их потеряла. Здрасте. Она мой напарник-то куда делся? Ничего-то не поняла. Блин, 100 лет бежит. На волк отвлекся и никогда гнать меня не мог. Я здесь вообще-то. Ку-ку. Там что-то их больно много. Обойдем, что ли? Полным-полно этих орков, имперцев. Что у нас там? Куда мы идем? Туда, куда нужно. Какой вампир? Это волк. Что-то у меня комп с ума сходит. FPS что-то резко падает. Может, греется, конечно. Так, нам куда? Нам туда. Там пещера, что ли, какая-то? О, мы почти пришли. Что-то раз... Ладно, это резко FPS, не знаю. С чем-то связано.
Ну вот. Ой, блин, магии не хватает. Маска Мараки. В общем, так. Надо кого-нибудь призвать. Это кто? Каджит, что ли? А, нет, это орк. Надо ему помочь. Мужество ему забабацать. А может, у меня память закончилась? Ну, почти закончилась, в смысле. Если она закончилась, я вообще не смогла. О, высасывание вампирское. Да, это Каджит, кстати. Нужно какой-нибудь нам крик выбрать. Замедление времени. И возьмем тогда Розу Сангвина и щит. Так, какие-то снадобья. Эль. О, сапоги. Так, слушай. Давай тебе эти сапоги, а ты эти снимай. Конечно, что ты хочешь передать мне? Сапоги мне дай, мои, зачарованные. Да почему? Ты не хочешь сапоги забрать? Вот и жопа с ручкой-то, а? С таким вредным напарником путешествую. К сапоги запрятал куда-то. Кстати, конь ничейный. Ну, украсть мы ее не сможем, мы просто ее одолжим на время. А, кстати, почему мы с вами? Наверное, надо вот сюда добежать и повернуть налево, да? Мне так кажется. Нельзя. Он нас что-то туда не пускает. Это конец карты? Город Стражи Рассвета. Может, на коне нельзя? В ту сторону, говорят, нельзя. А в какую можно? Снег пошел. Снежочек. Так, наверное, это вот как раз-таки вот этот каджит и охранял дорогу, которая ведет к ним. Или мы прошли мимо еще какой-то поворот. Так, сейчас глянем. Нет, вокруг этой горы, то есть нам возвращаться. А, во, все.
Это у нас пещера. Это у нас пещера. Кстати, ты у нас идешь вперед, да? Прикрываешь меня. Тяжеловато что-то мне с тобой играть. Птички поют. Снег идет, птички поют. Чудеса какие-то. Вам слышно? Тут водопады замерзшие. Когда-то здесь был оазис, а нет, вон не замерзшие водопады. Слушайте, тут у вас так красиво. Тут у вас типа поселение, вы тут сами по себе, да? Поживаете, добра наживаете. Только меня убивать не надо, я с добром пришла. Блин, что-то такое необычное. И ледники, и водопад, да? Вообще обалдеть. А почему часть воды замерзла, часть нет? Соленая вода, по идее, не замерзает. Что-то я не понимаю. Блин, в какую-то сказку попали с вами. Горы в тумане. Лоси какие-то большие бегают. Форт. Стражи рассвета. Чувак, может, мне надо было... Блин, опять FPS упал. Может, мне надо было такую маску тодить? Это не скажет вампир. На нашей территории вампир. Бей его. И что делать? Откатывать сохранку? Мне надо еще раз сохраниться. Свой страх и риск я сюда иду. Блин, так красиво. Можно я окажусь там и буду там жить навсегда? Ах. Блин, если бы не было войн, они были такими счастливыми людьми жить в таких красивых местах. Но у нас не менее красивые места, на самом деле. Россия очень красивая. Природа. В каждом уголке земли своя красота. Свое очарование. Очарование земли. Не знаю, с чем это связано. FPS прыгает что-то у меня. Привет, чувачок. Эй, ты. Стража рассвета ищет добровольцев, готовых выступить против вампирской угрозы. Что скажешь? Тири-тири-ри. Я сама вампир. Что такое стража рассвета? Мы охотимся на вампиров. Ищем таких, как я. Ищем этих проклятых кровососов и изничтожаем везде, где можем. Но мы не хотим быть проклятым кровососом. Мы, может, свои навыки просто применяем для того, чтобы истреблять других вампиров. Мы как-то случайно записались. Вот. Убивать людей не планируем. Хотя, если ей нужна кровь, то животных испить кровушки она точно захочет у животных. Вот одного человека мы покусали. Было дело. Что-то я не замечаю никакой вампирской угрозы. Значит, невнимательно смотришь. Как и большинство остальных. Вообще замечаю что-то. Не знаешь, что вампиры напали на зал дозора. Не глядя на зал этот вариант. Дозорные не считали эту угрозу серьезной. И вот поплатились. Дозорные стражи рассвета. Дозорные охотятся за теми, кто поклоняется Даэдра. Потому-то их и разнесли в клочья, когда их противниками оказались вампиры. И по этой причине наш вождь Изран возродил Стражу Рассвета. Настоящих, серьезных охотников за вампирами. Убиваете вампиров? А как к вам записаться? Ха, Израну ты понравишься. Он там, на холме, в форте. Он и решит, выйдет ли из тебя Страж Рассвета. О, да. Я еще чуять вампиров других могу.
Так что я вам помогу. И доложи из рану. И пошевеливайся, если ты серьезно. Кстати, из арбалета он стреляет. Наверняка еще что-нибудь выкинут. Она у него хочет спросить, из чего ты стреляешь? Вот как раз таки из арбалета. Первый раз арбалет видишь, а? Ничего удивительного. Это вроде как специальность Стража Рассвета. Ничего нет лучше, чтобы по вампирам стрелять. Вот, возьми один и попробуй. Если и вправду хочешь вступить в Стражу Рассвета, придется научиться им пользоваться. Надо заценить. Так, а что привело тебя сюда? Двух моих жен убили вампиры. Я отомщу за них. Хорошо, что есть Стража Рассвета. Мне не придется мстить одному. А есть вопрос. Сразу двоих? Или по очереди? В первый раз арбалет. Так, а ты, мы же спросили, да. Ничего удивительного. Это вроде как специальность Стража Рассвета. Ничего не шикарная женщина, по-моему. По вампирам стрелять. Вот с эбонитовой броней, когда я была одета, у нас татуировка красивая подходит. И даже какое-то очарование. Такие сверкающие глазки добавило. Он сказал, что мы должны понравиться. Но я не знаю, почему. У меня достаточно памяти, я не знаю, что-то у меня лагать ничего. Может, надо перезагрузиться? Слушайте, у вас здесь так красиво. Всегда мечтал жить в таком замке. В маленькой, скромненькой, уютненькой комнате. Примерно как в Винтерхолде мне вполне бы устроило. С зеленым покрывалом. Шкаф для одежды, столик для фруктов и все, в общем. Жить в таком прекрасном месте. Новобранцы? Изран решит, подходишь ли ты нам. Заходи, он там внутри. А ты чего убежал-то? Вот что я тебе скажу. Когда Изран нашел меня через столько лет, это был шок. Но услышать, что он просит моей помощи, это был еще больший шок. Я сразу понял, дела хуже некуда. Похоже, я не ошибся. Так, а ты уже имел дело с Израном? Да. Когда-то много лет назад мы оба состояли в дозоре, и нам обоим там не нравилось. Понимаешь, они хорошие люди и хотят добра, но нам с Израном было с ними неуютно. Мы ушли от них вдвоем, но долго вместе не продержались. Я не одобрял его методов. Заходи внутрь. Изран хочет с тобой поговорить. Как это у меня дело запишется? Так, в принципе, незаметно практически, да? С 30 до 7 резко ФПС падает. Зачем ты здесь, Толы? От чего это зависит? Мы с дозорными разошлись давным-давно. Ты знаешь, зачем я здесь? Дозорных атакуют со всех сторон. Вампиры оказались гораздо опаснее, чем мы думали. Теперь хотите найти безопасное убежище в Страже Рассвета, так что ли? Я помню, сколько раз хранитель Каргетта говорила мне. Сапоги угнал, вообще молодец. Просто куча развалин, на которых жалко тратить силы и время. А теперь, когда вы взбаламутили вампиров, явились умолять меня о защите. Изран, Каргетта мертва. Зал дозора. Все они мертвы. Ты был прав, мы ошибались. Разве этого тебе недостаточно? Вот как? Я не хотел, чтобы это случилось. Я пытался всех вас предупредить. Мне очень жаль, ты знаешь. Итак, кто ты? И что тебе нужно? Вот,
Вот твои записки пришла. Я здесь, чтобы вступить в стражу. Кажется, ты ищешь охотников. Правильно говорят. Хорошо, что... Он бы сразу учил, что мы вампир, по идее. С другой стороны, значит, скоро и вампиры появятся. Так, что именно вы собираетесь делать с этими вампирами? Первым делом нам нужно привести в порядок форт. Сейчас вампиры могут в любой момент войти в парадную дверь. Но у меня найдется и для тебя дело, раз уж ты спрашиваешь. Толан рассказал мне про какую-то пещеру, которую раскопали дозорные. Похоже, она как-то связана с этими недавними нападениями вампиров. Толан, расскажи ей про эту. Так, а там еще были варианты. Крипту ночной пустоты. Да, именно так. Незнакомцу? Крипта ночной пустоты. Рассказывает. Крат Адалвальд был уверен, что там хранится какой-то давно утраченный вампирский артефакт. Я сейчас договорим и перезайду тогда. Мы слушали его не больше, чем из рана. Он был в зале, когда на нас напали. И этого хватит. Иди и почему выполнено-то? Искали вампиры в этой крипте ночной пустоты. Пробуждение. Если нам повезет, они еще будут там. Может, заодно исцелюсь. Попытаться по форту и взять все необходимое. Правда, у нас пока почти ничего нет. Но если все-таки что-то найдешь, бери. То есть как-то я долго высасывал энергию, эту жизнь. Скоржи-то что-то. Это самое меньшее, что я могу сделать. Без прокачивания. Чтобы отомстить за моих товарищей. Неэффективно как-то. По-моему, это не очень удачная мысль. Дозорных никогда не учили. Я знаю, что ты о нас думаешь. Думаешь, что мы слабаки и трусы? Думаешь, эти смерти доказали нашу никчемность? Благодари Стендара за то, что тебе не пришлось пройти через это испытание и провалить его. Я иду в крипту ночной пустоты. Может быть, смогу хоть чем-то тебе помочь. Но мне нужен проводник, кто уже знает это ремесло. Как тебя зовут? Меня зовут Агмеев, командир. Я что, по-твоему, похож на командира, малыш? Я не солдат, а ты поступаешь не в армию. Да, командир. Изра. Я разве не велел тебе подойти поближе? Хм, крестьянский сын, да? Какое у тебя оружие? Мне показалось, глаза тоже как у нас светятся. Да я обычно беру папашин топор, если там, скажем, волки к козам подбираются, или еще что. Папашин топор. Стандарт храни нас. А куда ты смотришь? Такая красота. Я думаю, мы сможем сделать из тебя стража рассвета. Офигеть. Вот. Возьми это. Вы здесь вампиров казните. Покажи нам, как. Привязывайте его здесь в центре. И с рассветом. Они сгорают. Да, никогда... арбалет. Нет ничего лучше, чтобы по вампирам стрелять. Как в этом? Давай, в другом мире. Раз по тем ящикам. А мне тоже нужно, кстати, арбалет мне дали. Надо его испробовать. Арбалет, а болты? Он мне дал металлические. Арбалет. Что болтов нет. А вот. Все. Ты скоро научишься. Понятно. А я сколько этих двемерских-то продала, да? Так, а я не все, ведь у тебя спросила. Как